Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня Brawl Stars. Начался новый сезон. Я забрал сегодня 3 новых гаджета. Целых 3. Два я получил вот здесь. Гаджет на Эль Примо и гаджет на Сэнди. Соответственно, у меня по бойцам получилось... На Мортиса не хватает, на Тару и на Ворна. Еще 3 штучки. Я надеюсь, нам повезет, и мы до обновления затарим полностью весь аккаунт на максималке. И там останется только новый герой и обвесики на него. В прошлом сезоне мы апнули уже 22к. Спасибо ребятам, которые со мной апались. И Артемке, который доапал вчера мне 22к, так как я больше сейчас майном занят. Серваком изучаю настройки. 8300 побед, нифига себе, 3 на 3 мы уже сбегали. В общем, поехали, будем тестировать. Не знаю я, что в этом сезоне делать, честно. Апать 23к пробовать или все же не дротить. Ну, с каждым сезоном, как бы я заметил, если играешь больше, ну плюс-минус хотя бы неделю, можно прибавлять там плюс 500 кубков. Потому что так как я играл, фактически, ну, вообще не бегал. Тихо, ша. Да, что-то жесткие, лютые подвесоны. В общем, не знаю, что делать на этот сезон. Блин, кайфовая она, конечно. Сэнди. Сэнди жжет. Классный персонаж. Интересный, по крайней мере. Еще разок, ну поехали еще разок. Блин, не знаю, вот честно скажу, вот, нравятся герои, персонажи, конечно, прикольные, но задротствовать неделю, у меня потолок, что хватило прошлый раз на неделю, пофаниться. Так, что-то они какие-то они стрёмные и странные. А, блядь! Падла! Я тебя запомнил. Не знаю, но вот гаджет вроде казалось бы крутой, да, вот это должен быть, но 2 секунды, блин, ждать, это, конечно, жестковато. Сучка. Я тебя запомнил. Что-то у них какая-то шали, блядь, кустодрочер. Целый бой стоять в кустах, ждать удачи.
Да, однако. Блин, я помню, Сэнди вышла. Реально кайфовал от этого героя. Так, нам надо еще других героев посмотреть. Все, походу, чуваки сдались, к сожалению. Изи. Изи. Ну, не знаю, вот видите, пассивка мне не особо, и даже не особо пользуюсь, честно говоря. Такое. Так, поехали, мне интересно дальше. А, получили мы с сундучка пассивочку на Эмс. Попробуем Эмс побегать сейчас. У нее пассивка, если я не ошибаюсь, откидывает. Точно так же, как и у... нашего товарища. Джина. Такс, хорошо. Так, дайте мне зарядиться. Но с пассивочкой он, конечно, хорош. Блин, как я хочу на крю. На ворона пассивку себе. Это просто пипец. Бро, убегай. Ну куда ты бежишь? Писец. Вот так вот. Изи просто. Просто изи. Нас развалили. Да, тут без вариантов. Так, еще одну карточку попробуем. Йо. Бля, что за никнеймы у пацанов? Блин, как я хочу себе на крю еще пассивку, ну просто пипец. Реально.
Блин, долбаный стан! Все, наш ворон сдулся, понятно, все. Блять, как я это люблю! Добро, блять, ну куда ж ты кидаешь? То ж тика надо было сначала зафигачить, ну, писец. Вот просто вот. Я сам виноват. Ну, это рандомчик, ребята. И сегодня реально. Первые дни, первых 2-3 дня это самые бомбящие дни. Ну, блядь, аутсайдер. Третья катка. Ну просто, блядь, заебись. Блять. Блять. Пассивку не использовал. Так, иди нахрен от меня, Мишка. Мишка Тедди. Чё, блять, они хотят сказать, что мы тут сольем? Да ни хрена. Я так вот умею. Блять, ну что такое? Вот это вот просто убивает нахер. Джейзи, блядь. Короче, все. Все здесь понятно. Блядь. Как от этого бомбит. Так. Поехали еще. Бравл Болл забежим. Посливаем еще здесь кубки. Для полного счастья. Заодно потестирую. Опачана, блядь. Гол. Как вам? Как тебе такое, Илон Маск? Блядь, ору нахер, они сейчас нам гол зафигачат. Это просто писец. Так, там на ульте он. Я знал, что он там на ульте. Чик-чик-чик-чики-пау. Чик-чик-чик-чики-пау. Куда ты, блядь, дал? Вольтроникс, блядь. Это просто писец. Ну как, блядь, вот как можно таким быть Валерой? Просто, это просто без комментариев. Я вот, знаете, я в этот первый день ничему уже не удивляюсь. Блин, вот пассивка реально для Бравл Бола офигенная. Блять, ну что за зависание еще? Ну что за хрень? Откуда, блядь? Как?
просто писец. Я ни хера не могу сделать. Короче, бомбящий первый день, как всегда. Юху! Здравствуйте, товарищи! Вот так я привез вам вторую баночку. Блин, классная пассивка. Точнее, гаджет. Мне реально нравится. Интересная тема. Так, еще последняя каточка. И хватит на сегодня бравла. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Да. Батин любимый гитарист. Гитарист. Хорош. Гитарист хорош. Но какой был прикол этого всего? Да, тут нам, конечно, завести им сложно будет. Надо было перекидывать ее. Что там тут стоял? Вообще стоял просто что-то в кустиках. Падлы! Бомбит от этого. Так, давайте еще одну каточку. Еще одну каточку. Потом еще одну каточку. И как обычно, пару часов теряется. Здравствуй, здравствуй, бочка. Ну, блять, пас дай нахер. Сейчас, блядь, так долго думал. Чё раньше нельзя было дать? Как я, блядь? Нежданчик, да? Бум. Куда, блять, какую нахер эту, какую тень?
Так вот, блядь. Хорошая карточка. Изичная. Изичная. Так, ну все, короче. Последняя катка и хватит на сегодня. Блин, классная пассивка, не знаю. Вот на нем мне тоже пассивочка нравится. Для бравобола вообще тема. Перекидывать через себя. Аутсайдер, блядь. Ой, хорош! Динамайку надо только чуть-чуть немножко дальше поучиться кидать. До заборчика. До заборчика, блядь, я сказал. Блин, реально подвисает. Ха-ха-ха. Да, конечно, блядь. Крутитесь, крутитесь. Я вам, блядь, вкручу. Нельзя активировать, пока ты несешь мяч. Заебись. Ой, блядь, короче. Вот такая вот, ребятушки. Не, ну вы чё, блядь? Вообще уже страх потеряли. Ну куда? Куда? Ну куда ты дал? Все, короче, не хватает уже нервов. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.